Всем привет, друзья! Опять то ли снова я у кроликов. И есть у меня радостная новость. Ролики у меня, знаете, выходят с опозданием. В общем, сейчас я его сразу покажу. В общем, приехал ко мне кролик от подписчика. Вот такой вот самец прекрасный. Рома, если смотришь, спасибо. Развязывать я его еще не буду, будет еще месяца 2-3 сидеть. Вот такой вот кролл, будущий производитель. Надеюсь, с ним будет все хорошо. Думали обменяться самцами, а потом он говорит, давай лучше мне девочку. В общем, есть у меня вот эта девочка, которую я ношу к соседу, надоело носить покрыть. Крыть у меня ее неком. Неким, точнее, потому что это дочка моего крыла. Ну и этого развязывать пока не буду, поэтому смысл мне ее еще держать 2-3 месяца не покрытой. Нет, отвезу ему вот эту девочку. Хорошая девочка, ну, чуть-чуть не ручная, но хорошая. Вспышку включу. Вот такая вот девочка. Эх ты, боится. В общем, ему и отвезу. Так что такая вот новость. Купил крыла. Не купил, а поменялся. Точнее, да. Так что будет у меня новая кровь теперь. Теперь надо будет думать, где, с каких самок поставлять девочек ремонтных. Ну, это вы все еще увидите. Ну, давайте быстренько сделаем обзорчик небольшой. Здесь малышня серой, только девочки. О, как подтягиваются. Ха, даже не подтягиваются, легла так. Отсюда тоже, возможно, оставим девочку. Надо их по весу проверить, чтобы крупненькие были хорошие. Вот. Ниже мальчики. Здесь два самца, еще вот этого я думал ему отдать, но поскольку хочет девочку, значит через недельку-две их уберу. Ну, по мере необходимости. Это я вам уже говорил. Что у меня с телефоном, ребят? То ярко, то не ярко. Таких вот два самца. Это мой предыдущий производитель. И сегодня кидал к нему и черную, там и беленькую. В общем, не кроются крольчихи. Не знаю, что с этим делать, но что-то надо делать. Здесь. Ах, один вылез. Сено поесть. Это выводок белый. Вот такие вот колобочки. И с этих я тоже думаю оставлять девочку. О, будет тоже еще один пушистый. У нее в каждом выводке есть один пушистый. Маточник еще не убирал, пускай еще сидят. Растут хорошо. Их 5 штучек. Скорее всего, еще раз ее покрою и все. Так, идем дальше. Вот эта мадама никак не хочет гулять. Тоже не знаю, что с ней делать. Пора бы. А не хочет. Уже и малышню от нее отсадил. Это давно, уже больше месяца. У этих забрал маточник сегодня. Видите, какие грязненькие. В общем, гладили в маточник. Поэтому такие грязненькие. Все повычищаются теперь. И будет все, я думаю, нехорошо. Вон мамаша тоже какая грязная. Вот эту, возможно, покрыл на прошлой неделе. Васек сделал одну садочку. Ну, посмотрим. Сейчас доснимаю, кину на перепроверочку. А там глянем. Кроме этой... У меня больше покрытых самок нет. Это тоже никак не загуляет.
И, наверное, я вот этих белых отсажу туда к уголькам. К черненьким, возможно, она тогда придет в охоту, когда отсажу малышню. Может, на следующий отсажу новую. Дина, это та девочка, которую я отвезу. Роме, подписчику, который дал крыла. Ну, какая суровая девочка. И сюда же тогда перемещу крыла. Поскольку клетка освободится, у меня сейчас нет свободных клеток. Ну, в этой деревянной день, я думаю, как-то пережил. Ночь пережил, приедет сюда. Здесь предыдущий выводок белый. Отсюда я тоже планирую оставлять девочек. Я даже не перепроверял, надо уже проверить бы. Вот когда уберу тех самцов, отсюда самцов побросаю туда. Да, девчули. И угольков покажу. С угольков тоже можно оставить одну девочку взамен черной. Если они здесь есть. Тоже не перепроверял вообще никого. Сидят и сидят. Вот такие вот дела, ребят. Дождался я наконец-то крыла. Оттягивал, оттягивал, уже бы и пора. Возможно, еще поэтому крольчихи не кроют, не кроются, потому что уже мой крол старовастый и не такой активный. Ну вот такие дела. Давайте еще раз напоследок покажу крыла. Ну, как же тебя назвать? А ну подскажите, как его назвать? Василием будешь? Или Василием номер два? Придумаем. Хороший, молодой, ушастенький. Это, по-моему, помесь Калифорнии с новозеландской белой. Ну, мне не принципиально. Пускай будет. Да. Боязливый, нет? Ну, вот этот еще нормальный. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачки. И всем пока.